В музыкальном состязании приняли участие 11 исполнителей, работники Смоленской АЭС, подрядных организаций и ветераны атомной отрасли. Конкурс проходил в 2 тура. Сначала участники выступили с визиткой, исполнили заранее подготовленные любимые песни. Всех тронула патриотическая композиция ведущего инженера УИПП Елены Спасовой «Над миром вновь бушует светлый май». Зарядили бодрой энергетикой нарядные хиты «Галина» в исполнении Михаила Яшина и «Бабье лето» Любови Комаровой. И, конечно, приятно удивили более сложные англоязычные произведения, проникновенная композиция «Unchained Melody» из фильма «Привидение» с исполнительской изюминкой от ведущего инженера управления блоком Андрея Моисеева и «You Lost Me» от Юлии Полищук, которая силой голоса превзошла оригинал Кристину Агилеру. Более сложным стал 2-й этап – слепой выбор песни и ее исполнение в караоке. Если для конкурсантов Людмилы Хариной, Веры Корнеевой и Ирины Кондрашовой этот конкурс стал дебютом, ранее их певческий талант оценивали только семьи и друзья, то Татьяна Маневская с песней «Арлекино» и Андрей Моисеев с песней «На побывку едет молодой моряк» выступили так ярко и оригинально, что вполне смогли бы составить достойную конкуренцию звездам эстрады. Талант участников оценивала компетентное жюри. По итогам конкурса «Поющие сердца» звания лауреата 1-й степени удостоены Любовь Комарова и Андрей Моисеев, лауреата 2-й степени Михаил Яшин и Татьяна Маневская, лауреата 3-й степени Елена Спасова, Юлия Полищук, Ксения Макарова и Тамара Аникина. Все остальные участники награждены почетными дипломами. Также все без исключения конкурсанты получили призы от профсоюзного комитета САЭС. Вокальную эстафету взрослые передают детям. 2 июня состоится детский конкурс «Караоке-караулька».